Привет, молодежь. Это Елена, меня зовут Анатолий. Мы сейчас стоим на парапланированном кемпинге Скайлантида в Грузии, в Удауре. И готовы лететь вон туда. Ты готова? Нет. Елена, надо будет пробежаться. Я знаю, что ты не готова. Надо будет пробежаться чуть-чуть. Туда. Сначала мы быстрым шагом будем идти, потом мы начнем бежать. Договорились? Это важно. Когда я тебе скажу? Пару шагов назад сделай, пожалуйста. Что? Назад сделай пару шагов. Еще и шаг сделай. Ну, у тебя шаги маленькие. Сделаем назад еще. Что, раз, два, три, пойдем. Побежали. Раз. Тяни меня. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Стоп. Стоп. Ой. Ничего страшного. Мне вот плохо тянули, из-за этого так получилось. А я плохо тянула. В следующий раз немножко быстрее двигаться. Извинила. Ребят, давайте дальше, назад. Отойдем немножко, пойдем назад. Ой, извини. Еще. Сейчас мы попробуем еще раз, то же самое, но только более активно бегаем, хорошо? Ладно, ну все, бегай. Давай, бежим быстро-быстро. Давай идем назад. Назад. Еще. Еще. Хорошо, не спешим. Стой. Хочу все проверить. Хорошо. Идем сюда. Ты готов? Все, готов. Бежим вот в этом направлении. Еще раз. Раз, два, три. Побежали. Вот быстро-быстро. Давай. Сейчас. Давай. Побежали. Давай. Давай, хорошо. Давай, побежали. Стреляй, стреляй. Стоп, садись. Ребят, мы взлетели, мы сейчас находимся на высоте 2300 метров над уровнем моря и планируем приземлиться внутри каньона Арагви, вот туда, на высоте 1700, то есть перепад у нас 600 метров над зоной старта и над зоной посадочки. Вот такие пироги. Держи. Погнали. Как самочувствие? Это самый лучший момент в моей жизни. Поздравляю тебя. Спасибо. Ты это сделала. Это как в видео. Ничего страшного. Главное сильно, чтобы не было холодно. Ты застегнута? Застегнута? Да, 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 все да, хорошо. Да. Если хочешь, я тебя покручу потом бесплатно, чуть-чуть, хорошо? Ладно. Тебе понравится, кайфанем. В конце перед посадочкой. Главное, чтобы у нас была высота на это. И будет высота. А что, дождь? Ничего, да? Это не дождь. Дождь это когда вот сильно впарит. Видишь, вон он. И вот он, видишь? Да, да. Мы в любом случае пройдем через какие-то линии, поэтому стесняйся. Вот. Нам просто лететь вон туда, аж вон там мы садимся, где речка поворачивает, видишь? Да, да. Вот в том районе мы приземлимся с тобой. Давай я поснимаю немножко. Ты лучше. Да, я ракурсы хорошие возьму. Немножко срывается дождик, вот. Что делать, а впереди голубое небо. Да, у нас здесь большие горы, притягивают как магнит влагу. Протяженность нашего маршрута около 4 километров до места приземления, поэтому мы по-любому прошьем этот дождь. У нас по маршруту стоит. Ты учишься, работаешь? Да, я в университете. Университет? Да. Какое у тебя образование? Да, я в школу. Ага, все, я понял, ты будешь.
Я замечательный отец, если тебе позволяет такие вещи делать. Я не понимаю. Отца тоже? Да. Красоте. Просто красоте.